Оставляй нам эту кассету. Будет крутая вечеринка. Сначала ламбада, потом клипы Вива. Вау, супер. Так что не уезжайте, королева, не уезжайте. Будет вечеринка потом у нас. Скрэт. О, ну, нашел свой желудь? Да. Где он был? Он в дороге выскочил. Да? Как он так мог выскочить? Я принес кассету The Rescuers. Ты мультики принес? Да. Ну, если это мультики, сразу можешь идти. Мы хотим сегодня фильм смотреть. Мы мультики не хотим. Да. What's so funny? Хоть это и интересный будет фильм, но извини, Скрэт, сегодня мы мультиков смотреть не будем, ясно? Мои друзья хотят посмотреть какой-нибудь крутой фильм, тем более, что выбор сегодня есть. Да. Пока. Рика и Ковальский. О, привет! Ну, что смотрят в Мадагаскаре? Обманы. Обманы? Что за обманы? Сейчас посмотрим, что за обманы. Обманы. Я люблю тебя, Карло. Вау, это романтика. Оставляй обязательно. Оставляй. Мне нравятся романтические фильмы. Вот, оставайся с нами. Супер. Во, сколько у меня уже друзей осталось. Франческо Бернулли. О, привет, Бернулли. Что нам мама Бернулли прислала? The Royal Century. Что? Это про меня фильм? Да. Вау. Про королеву Англии. Вау. Ладно, Франческо, оставляй этот фильм. Я его потом домой отвезу в Англию и посмотрю. А ты можешь к нам присоединиться. Вау. Да, мы эту кассету подарим королеве. Пусть она едет в Англию и смотрит ее дома. И последний. И последний кто? Это пчелка Майя. О, привет, Майя. Привет. Много меда запасла? Да. Да? Я принес кассету Ace Ventura 1 и Ace Ventura 2. Ace Ventura, это же Джим Керри. Посмотрим, действительно ли там Ace Ventura. Да, это Ace Ventura. Ну, давай, Снежинка, лови. Давай, Снежинка, лови. Молодец. Я могла бы предложить вам пепельницу. Спасибо, я не курю. Ладно, оставляй, это Джим Керри. Это же интересно должно быть. Комедия суперская. Так. Ну вот, сколько у меня сегодня друзей осталось. Круто. Сейчас нужно спросить у Маркуса. Маркус, какой нам фильм посмотреть? Посмотрите The Royal Century. Но это я буду дома смотреть. Другой фильм. Может, Ballistic Ace Silver?
Давай, все будем смотреть фильм «Баллистик». С Антонио Бандерасом. И Люси Ли. Люси Ли в главных ролях. Да. Все, спасибо. Следующий будет сезон 3 «Искатель». Учитель будет Кортни. Да. Сейчас посмотрим фильм, потом вечеринка, а потом будет «Искатель». Да. Все, пока.